шаге от полуфинала. Баскетболисты Новосибирска вышли вперед в четвертьфинальной серии против действующего чемпиона Суперлиги клуба «Университет Югра». На матче работала наша съемочная группа. В Сургуте, где стартовала эта серия, новосибирцы, пожалуй, выполнили задачу, если не на 100%, то как минимум наполовину. Смогли отобрать очки у действующего чемпиона и вернуться в Новосибирск, сохранив интригу в серии. На домашней площадке нужно добиваться максимума. Выигрывать оба матча и выходить в полуфинал. Правда, начали встречу новосибирцы ни шатка, ни валка. Начало было неудачное, потому что просто, опять же говорю, была какая-то нервозность, какие-то робкие движения, не то, что мы готовили, иногда даже непонятные атаки. Отсюда и такой плохой процент. Даже когда были чистые броски в первой половине, мы их мазали. Были такие неплохие атаки, достаточно хорошо водили игрока, мазали. Потом просто, я считаю, что добавили в защите. Новосибирск действительно прибавил. Хозяева были лучше по всем фронтам, благодаря чему и вышли вперед. Преимущество в 10 очков, добытое во второй четверти, сохранилось до конца матча. Хочу отметить, что наши большие сыграли на подборе хорошо. Вот, я думаю, это стало ключом к победе. Ну, мне кажется, подбор, мы взяли подбор. По словам главного тренера, команда практически идеально сыграла в защите, пропустив всего 60 очков. Оговорка не случайна. Новосибирцы не смогли справиться с главной звездой Югры Николой Липовичем. 35-летний серб – лучший снайпер Суперлиги. Вот и в этой игре на его счету больше половины очков, набранных Югрой. Очень тяжело защищаться. Он один из лидер, можно сказать, нашей Суперлиги один. И тренер дает установку за получение с ним играть, но на самом деле не получается не за получение играть, потому что он получает и набирает свои очки. А в чем секрет? Опыт, мне кажется, опыт. Он все делает за опыт, у него нет скорости, ну, как молодой игрок, что он быстрый там очень. Вот, он все финт открылся, забил. Правда, как показала игра, одного Липовича для победы мало. Гости ничего не смогли противопоставить слаженной защите Новосибирска. 74-60, и новосибирцы выходят вперед в серии до 3 побед. Не хочу ничего говорить, это моя работа. Я играю на такой позиции, я забиваю, от меня команда хочет, чтобы забивать. Сегодня мы очень много промазали свои броски, промазали из-под кольца много, поэтому так получилось. Я сыграл на своем уровне, как и всегда.